Всех приветствую! Сегодня хочу показать вам мою находку, сайт для преподавателя английского языка с готовыми рабочими листами. Задания идеально подойдут как для индивидуальных учеников, так и для групп. Все материалы в открытом бесплатном доступе. Главное знать об этом ресурсе и уметь им пользоваться. Наткнулась я на этот сайт, когда искала новогодние интерактивные задания для своих учеников. Название ресурса LentonFish ESL. И ссылку на ресурс я оставлю, как обычно, под видео в описании. Вы видите, что у меня уже открыто одно из заданий. Представленную страничку вы можете скачать в PDF-формате или же в формате DOC. Сайтом очень удобно пользоваться. Давайте посмотрим, какие задания представлены на сайте. Сейчас я покажу вам примеры. Кроме таких рабочих листов с различными заданиями, вы также можете найти игру Bingo. Вы можете сгенерировать случайным образом эту игру и, например, ее открыть на своей онлайн-доске. Карточки к этой игре вы можете загрузить в PDF-формате или же в формате DOC. Также у вас здесь на сайте вы можете найти различные карточки по очень многим темам. Давайте откроем. Смотрите, сколько тем, и на каждую из этих тем есть карточки, которые вы можете загрузить также в PDF формате или в формате DOC. Кроме того, на этом сайте вы можете найти различные видео. Видео с YouTube, они также отсортированы по темам. Смотрите, их не так много, но в принципе здесь очень достаточно количество нужных тем. Например, спорт, на ферме, Christmas, различные праздники, готовка, места в городе, сезоны, winter, autumn, одежда, да, то есть все темы, с которыми вы можете столкнуться на своих занятиях. Также посмотрите, мне очень нравится этот сайт тем, что он сразу показывает вам подсказки. Вы нашли видео, и смотрите, у вас появляются сразу доступные источники по данной теме. Вы можете открыть все рабочие листы по теме «Зима», а также вы можете открыть игру, или скачать карточки, или же игру Bingo по теме «Зима». Например, открываем рабочие листы и посмотрите, сколько у нас всего появилось. Здесь собраны все рабочие листы по теме «Зима». Здесь и Bingo Game, и Flashcards, и Card Game, Crosswords. То есть очень много всего разнообразного. Смотрите, вот кроссворд, например, вы также можете его скачать и потом в программе Foxit Reader вписывать ответы. Кроме этого, здесь на сайте представлены различные тексты для чтения, а также в PDF или в DOC. И есть грамматические упражнения, где нужно ответить на вопросы или вставить пропущенные слова в тексте. Смотрите, у нас также открылось меню. Со всеми этими доступными материалами вы можете ознакомиться здесь в меню. Чтобы его открыть, нужно нажать на три полосочки в левом верхнем углу. Здесь у нас есть очень много различных категорий. Например, для дошкольников у нас есть категории Young Learners, Phonics and ABCs. У нас есть категория чтения, где мы можем найти тексты. У нас есть категория Listening, где также все делится по темам. Здесь есть аудио на тему одежда, здоровье и так далее. Очень много тем, и что интересно, они делятся по уровню Beginner, Intermediate, Advanced, что облегчит вам выбор нужного аудиофайла. Также у нас здесь есть различные задания на проработку лексики, такие как кроссворды, word searches and flashcards, word skills.
все тоже можно открыть, посмотреть, скачать, все в открытом доступе. Для взрослых у нас есть категория Adults, Business, Survival, Science, Creative Writing. И что мне здесь нравится, это вот самая последняя категория Language Videos. Мы ее уже открывали. Это видео, категории, на которые есть видео. Вы их можете найти здесь, в самом низу. И из интерактивных ресурсов на этом сайте представлена только игра Super Quiz Game. Вот таким образом она выглядит. В нее лучше всего, конечно, играть в группе или в паре. Например, вот она у меня открыта в отдельном окне. Тема Winter. И у нас есть три команды. Мы можем начислять им баллы. Сколько баллов они получат, написано вот под вопросом. Нажимаем на вопрос, и у нас появляется вопрос, который ребенок должен прочитать. После того, как он его прочел, он на него отвечает. Если не отвечает, например, отвечает кто-то из второй команды. И вы можете проверить, нажав на answer. И у вас высветится ответ. Вы можете начислить 10 баллов первой, второй или третьей команде, или же вы не начислите никому, нажав nobody scores. Вот таким образом это отображается. Следующий вопрос по такому же принципу. Что это? Ребенок отвечает. Вы проверяете, нажав на answer, и дальше начисляете баллы. Мне эта игра очень понравилась. Мы уже не раз играли с детьми на занятия, и им это тоже нравится, потому что баллы все-таки мотивируют. Давайте вернемся. Эта игра является интерактивным здесь ресурсом, все остальные документы находятся в формате PDF или DOC. Но если вы пользуетесь программой Foxit Reader или онлайн-доской, для вас PDF-формат не будет помехой. Например, самый первый лист вы можете скачать, загрузите в Foxit Reader и вписывать нужные слова. Вы также можете передать мышь ученику, он будет вписывать. Или же, например, в Jamboard вы можете настроить доступ таким образом, что ребенок получит доступ к вашему документу и будет уже редактировать непосредственно со своей клавиатуры. Это можно делать и в Skype. О возможностях программы Foxit Reader я рассказываю в отдельном видео у меня на канале. Ссылку вы найдете в инфобоксе. На мой взгляд, этот сайт LanternFish ESL однозначно заслуживает внимания как офлайн, так и онлайн преподавателей. Достаточно большое количество материала, который вы можете адаптировать под себя или использовать в качестве домашних заданий. Если у вас остались какие-то вопросы о данном ресурсе, задавайте их в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Всем пока!